Или, допустим, мужчина сильно любит женщину, и она что только с ним не делает, что только не вытворяет. И в конце концов бросает его и уходит к другому. Это что за любовь? Это значит, что человек в любви себя потерял. Он стал униженным. Понимаете? Как же это все происходит? Вот как это все действует? У человека есть чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства – это вот ощущение себя как личности. Ощущение себя как личности, понимаете, мне Бог дал мужскую божественную природу. Женщина должна так про себя думать. Мне Бог дал женскую божественную природу. Как к этому относиться? Надо это очень сильно в себе уважать. Раз Бог тебе дал это, мужчина, допустим, уважаемый человек. Что это за мужчина такой? Он не позволяет свою мужскую божественную природу оскорблять никому. Женщина, уважаемый человек, не позволяет свою божественную женскую природу оскорблять никому, в том числе и близким людям. Это называется чувство, собственно, не гордость, а чувство собственного достоинства. Что это за сила такая, чувство собственного достоинства? Это такая энергия, она формирует в психике человека ощущение себя как личности. Вот у нас есть сердце, вот здесь прямо сердце, ощущение себя как личности. И через это ощущение себя как личности течет энергия любви. В полной степени, если оно правильно сформировано. Если человек унижен, то энергия любви начинает течь слабее. То есть, другими словами, если я унижен, меня никто не любит. Потому что энергия любви через мое сердце не течет. Чувство собственного достоинства – это такой кристалл, через который течет любовь. Допустим, если я горжусь собой, то интересно знать, что этот кристалл, он становится очень агрессивным в любви. То есть, когда человек гордится собой, то его любят. Его любят. Но он никого не любит. Потому что назад ничего не возвращается. Человек не может видеть любовь просто. Как это каменное сердце, холодное сердце. Был мультфильм такой старый, Кай и Герда. То есть Снежная королева там была. Она отравила сердце. Она была очень гордая, и Кая сердце отравила. А потом его же и бросил. Своей холодной любовью гордой. Он как бы привлекся этой любовью. Это гордость. Чувство собственного достоинства бывает униженным, бывает гордым. Почему женщина унижается перед мужем? Потому что она путает его с Богом. Понимаете, когда человек уважает другого человека, это хорошо. Когда человек преклоняется перед другим человеком, это хорошо. А когда человек предается другому человеку, это плохо. Потому что предаваться надо Богу, а не человеку. Нельзя верить в человека. Нужно верить в Бога. Понимаете, есть исключения, это святые люди. Святой человек – это не Бог, но он богатый, то есть сильно наполненный Богом. Поэтому его надо сильно почитать, сильно уважать, но не как Бога. Даже верить сильно надо святому человеку, но не как Богу. Надо все равно различать, потому что если ты святому человеку начинаешь как Богу верить, то есть ты как бы из него Бога делаешь, тогда ты его же и портишь, и себя заодно.